Здравствуйте! В эфире «Вечерняя смена» – телешоу, где мы с гостями студии обсуждаем актуальные темы и надеемся быть вам полезными. Сегодня у нас в гостях представители двух настолько полярных профессий, что на первый взгляд невозможно найти у них хоть что-то общее. Но на самом деле и те, и другие пытаются решить наши с вами проблемы. Одни – материального характера, другие – духовного. Начнем, пожалуй. Скоро Новый год. Время приятной суеты и ожиданий. Каждый из нас хочет оставить груз проблем в уходящем году и обновленным вступить в новый 2020. В помощь нам с вами гости сегодняшнего эфира. Гештальт-психотерапевты Людмила Корсанова и Константин Габеев. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время в своем плотном графике и пришли к нам сегодня. Спасибо. Кстати, работа у вас прибавилась в это время? Предновогодняя? Ну, не знаю. Или как всегда? Как у всех. Ну, да. В принципе, можно, да, небольшую динамику заметить о том, чтобы, ну, некое увеличение количества запросов. Да. Угу. Ну, давайте объясним непосвященным, угу. Что такое гештальт-психотерапевт и угу. что такое супервизор. Константин. Угу. Окей. Гештальт-терапевт — это... Ну, слово «гештальт» — это от немецкого слова «цельный образ». Uh-huh. Гештальт-терапия — это одно из разновидностей практической психологии, психотерапии, которая, ну, скажем так, если продолжить от слова «гештальт», занимается, ну, что ли, сопровождением целостности личности. Uh-huh. То есть пробуя, раскрывая некие теневые, фоновые явления или жизни человека, такие как скрытые чувства, скрытые переживания, смыслы и ценности, которыми живет человек. То есть то, до чего сам человек, к сожалению или к счастью, докопаться не в состоянии. Да, 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 да. То есть в повседневном фокусе внимания он держит, ну, определенные, может быть, действия, чувства, стратегии. Но в нас есть точно, что порой незаметно бывает и для нас самих. Да. Как раз таки гештальт-терапевты занимаются вот исследованием то, что в фоне, не в фокусе внимания. Вот. Людмила, а почему так важно, вот такое понятие распространено, закрыть гештальт? Что это значит? Ну, это такое выражение уже сейчас, ну, как-то все его используют, да? Вот. Ну, если не с бытовой точки зрения, а в психологическом контексте рассматривать, то гештальт — это такая конфигурация процессов, которая, ну, отвечает за удовлетворение потребности. Uh-huh. Вот. Ну, такая, ну, там, доминирующая на данный момент потребность. Вот. И, ну, вот эти потребности, ну, из чего исходит эта идея закрыть гештальт, что вот эти потребности, они стремятся к удовлетворению. Uh-huh. Но так случается, что по разным причинам, в общем, ну, там, имея какой-то негативный, травматический опыт, вот эти потребности наши, они не всегда так, ну, завершаются. Вот. А организм, он как бы стремится их завершить. Да. Вот. Требуется сатисфакции. Да. Ну, да. Что-нибудь добавишь? Ну и мы тогда занимаемся как раз-таки сопровождением вот этого процесса до проживания опыта. Потому угу. что не каждое действие можно завершить, угу. но каждый опыт можно допрожить. Так, mm-hmm. интересно. Mm-hmm. И все-таки что такое супервизор? Константин. Окей, да. Супервизор — это старший коллега, который занимается сопровождением работы более младшего коллеги, более, ну, mm-hmm. менее опытного, так сказать. Да? Что в нашей работе, так как, ну что ли, в какой-то степени приходится создавать индивидуальную психотерапию под каждого клиента, в определенной степени довольно много неопределенности. И в этом месте важно бывает свериться с коллегой, который, ну, у которого чуть больше опыта. Вот. Угу. А вы оказываете такого же рода, как и своим пациентам, услуги, но уже своим коллегам, например? Такое есть? Случается? В определенной степени, да. В определенной степени, да. Более того, по-хорошему, ну, на наш взгляд, это даже наша обязанность заниматься и своим психологическим здоровьем, и самим тоже посещать угу. тоже других коллег, ну, как угу. сказать, чтобы свою психогигиену, что ли, соблюдать. Мне кажется, Дара про другое спросила, или я не поняла, что оказываете ли вы супервизию
Или нет? Нет, все правильно. Все правильно. Все правильно. И мне вообще интересно вот глубже покопаться в тонкостях профессии вашей. Да? И вот именно ваша профессия в последнее время, она вышла на первый план. Да? Многие мечтают быть психологом. На первый взгляд кажется, что это такая, знаете, светская профессия, которая предполагает неплохой заработок и достаточно такую непыльную работу. Вот как вы считаете, это верно или... Не совсем. Или в части. Ну, здесь как будто в вопросе так два направления важных. Да? Во-первых, насколько эта работа, как будто я услышала, насколько она там тяжела. Да. А второе, насколько она сейчас востребована. Да? И почему она сейчас так востребована? Ведь я не помню, чтобы в советское время прям так практиковалась. Ну, на мой взгляд, то, что, как вы сказали, она такая непыльная, там, да, и так далее, это, скажем так, такой фасад этой профессии. В ней есть, правда, много деятельности, которые приходится производить вне контакта с клиентом, то есть исследовать профессиональную литературу, коллегиальным взаимообменом заниматься, много обучаться. Ну, как и везде много обучаться, если хочешь достичь чего-то. Да. Вот, скажем так, прикасаться к переживательным пластам, которые в быту, может быть-то и не очень-то и нужно переживать в том количестве, в котором, может быть, нам приходится, когда мы контактируем с клиентами. Вот. А если говорить об актуальности, почему она сейчас так востребована, одна из причин, на наш взгляд, это то, что мир сейчас крайне сильно динамичный, очень убыстрен. И практически не осталось тех пространств, где бы человек мог обнаружить вообще себя. То есть не гнаться за каким-то планом, за какие-то стратегии, действиями, вообще обратиться к своим переживаниям, смыслам, ценностям. Времени на это не остается. Да, абсолютно верно. И мы тогда пытаемся вот это пространство организовать, где бы, собственно, человек мог немножко понять, в какой точке жизни он находится. Людмила, а какие вот сейчас основные проблемы психологического толка у населения? Вот на что жалуются чаще всего? Ну, знаете, приходят люди, как правило, либо от какой-то там невыносимости страданий, да, то есть с болью, это вот то, что мы с утратами, это то, что мы относим, там, к депрессивному опыту, да, таким. И приходят люди, стремлением... что мы еще относили? Это там тревожно-фобические расстройства, да, то есть это страхи, тревоги, вот. И либо, в общем, я думаю, что человек приходит либо от невыносимости какой-то бытия, боли, страданий, либо от стремления, к какому-то развитию. Вот. Если вот это развитие отнести, оно может быть, с одной стороны, такое личное развитие, то есть, допустим, профессиональное. С другой стороны, это отношенческое развитие. Да. Правда, приходит улучшить отношения там, со своими партнерами, коллегами, детьми, родителями. Но это прекрасно, когда приходят, но многие же не приходят, многие стесняются. Вот как бы вы могли, вы можете сейчас обратиться к этим людям и как-то их смотивировать на то, чтобы они перестали стесняться и пришли к вам же за помощью. Ну, знаете, тут как будто не стеснение. И стеснение, я согласна, стеснение и много страха. Страха, вроде человек там живет плохо, да? Да. А, уже как-то... есть какая-то в этом плохо стабильность, вот. А про то, что будет, неизвестность страшит. Во-вторых, фигура там психолога практического, там психотерапевта, она как-то очень много каких-то мифов про это, да, и правда, какой-то непонятный персонаж такой, и тоже с таким ореолом. Кстати... Первый миф – это то, что психолог и психиатр – это есть тождественные понятия. Давайте пройдемся, начиная с него, по этим мифам. Психолог и психиатр, они, если так глубоко не углубляться, скажем так, в методологии работы, наверное, так в бытовом смысле, как их так легко отличить. Первое, психолог и психиатр работают с разной глубиной психологических сложностей. То есть
Для психолога, допустим, не нужны дополнительные средства поддержки клиента в виде, допустим, фармакотерапии, там, да, вот, либо там, чтобы он там стационарно лежал в больнице. Угу. Для психолога достаточно диалогового метода, или, может быть, есть такие, как так называемые арт-методы, когда клиент может что-то нарисовать, и этот рисунок может быть как-то, ну, интерпретирован, исследован. То есть без медикаментозного вмешательства, да, правильно? Да, 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 да. Основное отличие. Да, психиатр — это человек с высшим образованием, медицинским, с специализацией в области психиатрии, который занимается диагностикой и лечением там, психических расстройств. Да. Вот. Использует, да. Использует, да, имеет такие компетенции, использует фармакотерапию. Да. Психолог практически работает, как правило, в области отношений, угу. Как правило, работает в разговорном жанре. Угу. Вот. И компетенции на то, чтобы там, использовать фармакотерапию, у нас нет. Но довольно часто приходится работать в тандеме с психиатром, когда, ну, правда, есть для этого основания. Угу. Какие еще мифы останавливают от похода к психологу? Мифы? Да. Ой, это много. Это сейчас ваши любимые много. Давайте. Любимые? Ну, что это, если я пойду к психологу, я буду от него зависеть. Угу. И как же я, вот они делают зависимыми, и как же я потом буду жить без него? Да. Этому противоположный полюс, что пойду к психологу, ну, это такая бесполезная деятельность. Угу. То есть да. Нет от нее никакого толка. А истина где-то посередине? Ну, истина, мне кажется, совсем вообще да, да, в другой плоскости. Да. То есть да. Может ли какой-то ваш клиент от одного занятия с психологом почерпнуть все необходимое и больше как бы к вам не возвращаться? Бывают такие это причины? Прекрасный миф. Это тоже один из любимых. Ну, вряд ли. За один сеанс, ну, в лучшем случае, может быть, в какой-то ситуации чуть больше ориентировки будет. Вот. В принципе, тоже хорошее дело, но такого глубокого развития, конечно, нет. Ага. Да, ну или, по крайней мере, познакомиться с человеком, как-то, ну, попробовать, как с ним в контакте с этим человеком. Да, ну, да, вот, да. Получить новый опыт. Да, да, кстати. Ну, но ведь бывает просто даже необходимо человеку поговорить не с кем, и ему просто нужно прийти и выговориться. Такое же тоже может быть. Таких у вас клиентов не было? Вот не могу вспомнить, честно говоря. Ну вот, чтобы человек платил деньги просто, чтобы выговориться, ну, не знаю. Ну вот из западного кинематографа мы видим вот такую историю. Ну, знаете, если вот вопрос, правда, он глубже, чем кажется на первый взгляд, потому что, ну, правда, разделенность большая. Сейчас как-то люди одинокие, не с кем разделить. Вроде много институтов, там, подруг, родственники. Угу. А вот, знаете, доверить, разделить свои переживания, вот, ну да, сложно. Ну да. По кинематографу, к сожалению или к счастью, довольно тяжело судить о практической психологии. Но сложился такой образ, да, знаете? Да, да. Человека, который сидит в кресле и слушает. Да, потому что глубоко эту деятельность показать довольно сложно. Да. Вот, потому что, ну, как бы сказать, тот пласт тем, которые поднимают клиенты внутри психологического кабинета, ну, как бы сказать, психолог не имеет права выносить это извне. Угу. Поэтому делать это достоянием общественности, тот процесс, это невозможно. И тогда кинематограф, он скорее некую такую... Верхушку показывает, да. Угу. Это невозможно всю глубину показать. Хорошо. Давайте уже пойдем по вопросам, которые лично меня интересуют. Это, например, такой модный термин сейчас — эмоциональное выгорание, которое все мы себе диагностируем. Что это такое вообще... Как с этим бороться? Угу. Людмила. Ну, ты начни, я как-то сейчас сориентируюсь. Окей. Ну, когда я так этот термин слышу, как эмоциональное или профессиональное выгорание, вот первое мне, что на ум приходит, такая метафора человека как некой электростанции, которая обладает энергией, которую важно выделять вовне, включать в контакт. А если у этой электростанции, так сказать, обрываются провода,
и он свою энергию не выделяет вовне. Он ее только аккумулирует внутри себя. Так. И, соответственно, эта электростанция начинает как-то портиться, так как у него, у этой станции, избыток энергии. Точно так же у человека. Он обладает неким избытком энергии, который предназначен для отношений, для контакта. Вот. И тогда бывает такой феномен, что он, такое эмоциональное выгорание, как сгорел, что называется. Ага. А если он, наоборот, слишком много энергии отдает и не оставляет себе ничего? Да, это как раз таки еще один фактор, противоположный только. Тогда, как бы сказать, опять-таки, если продолжить мою метафору, эта станция работает сверх допуска... Сверх нормы. Сверх нормы, да, сверх допуска мощностей. Не дает себе права побыть, пожить в неких более низких интервалах энергии, которые тоже ценны и важны. И как быть и в том, и в другом случае, доктор? Ой... Но это, как бы сказать, надо обладать довольно хорошим навыком, как бы сказать, саморефлексии или самоисследования. Это один из таких фактов, ну, как бы сказать, один из запросов, с которыми мы тоже работаем. Но чтобы обратить внимание человека, что он вообще делает. Потому что часто не очень бывает, сам человек находится в неком потоке, а не может вообще оказаться и как-то распознать, а что с ним происходит. И это то есть как посмотреть раз... на себя со стороны. Да, 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 да. Это как раз в диалоге видно бывает, что с ним творится. Мы это, на это можем обратить внимание. Дальше уже клиент может это самостоятельно начать делать. Вот как-то так. Ну, вот эмоциональное выгорание, это вот если человек приходит, это еще один пример того, как люди приносят некий симптом. И говорят, вот хочу там, уберите, не хочу этого, в общем. Но это вот любой симптом или психологическая проблема, она является, знаете, отражением вообще, ну, если вот терапевт там, или психолог бросается сразу решать эту проблему, да, то и тот, и другой, и клиент, и терапевт, они оказываются в тупике. Потому что любая вот это, любой симптом, любая проблема, она является отражением, ну, вообще того способа жить. Способа жить, способа, не знаю, обращаться с собой, способа, как я строю отношения. Вот. Но клиент-то, он сфокусирован вот на этом, вот что мне делать. И тогда вот на этот фон, вот, ну, самое главное, вот этот фон. Вот. И если удается заинтересовать его тем, что вот, а как ты живешь, что ты там эмоционально выгораешь, вот, ну, вот тот пример, который вы, как ты, что с тобой происходит, как ты строишь свою жизнь. Вот если удается этим заинтересоваться, впечатлиться, то вопроса, ну, вопрос решится сам уже как следствие. Да? Не знаю, ты согласен? Да, 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 да. К сожалению, остается все меньше времени, буквально две минуты, и тот вопрос, который интересует многих, это скоро Новый год, и мы хотим оставить груз проблем в прошлом и начать новую жизнь с Нового года и с 1 января, ну, все как обычно. Посоветуйте, стоит ли ждать 1 января, и если да, то как это сделать, как начать новую жизнь? Константин. Ну, мне кажется, чтобы начать новую жизнь, было бы хорошо поисследовать, а что в действующей жизни происходит. Потому что, как мы и говорили чуть ранее, в фокусе нашего внимания порой бывает верхушка айсберга нашей жизни. Бывает много, что не исследовано, не распознано. Жизнь порой гораздо более интересная, чем нам кажется на первый взгляд. Поэтому прежде чем в новую жизнь вступать, хорошо разобраться со старым. Да, 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 как-то обратить на нее внимание. Людмила, от вас. Ну, если бы, вот, знаете, уже в вопросе содержится много вопросов. Ну, то есть, если про новую жизнь, ну, мне бы было интересно, а что со старой-то не так? То есть, в чем моя нуждаемость? Что мне не хватает? Какие свои потребности я не удовлетворяю в этой старой жизни, что я так вот... Мчусь в новую. Да, 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 да. Ну, все дороги ведут к вам, как я понимаю. Спасибо вам большое. Мы затронули несколько интересных для меня даже лично тем, но хотелось бы еще больше, поэтому надеюсь, что вы у нас не в первый, но не в последний раз. Спасибо вам большое. С наступающим. Спасибо. А у нас реклама на канале. Увидимся во втором блоке.
На днях в Северной Осетии презентовали государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы. Сама программа была утверждена постановлением правительства Российской Федерации еще в мае 2019 года. И общий объем финансирования около двух, даже больше 2 триллионов рублей, в том числе за счет федерального бюджета, и там 1 триллион рублей выделяется. Что ждет Северную Осетию в рамках реализации данного проекта и как государство собирается облегчить положение людей, которые вынуждены уезжать в города в поисках лучшей жизни, расскажет заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Алан Черменович Кусраев. Здравствуйте, Алан Черменович. Добрый спасибо, вечер. Что пришли. Итак, давайте поговорим про саму госпрограмму. Какие у нее цели и задачи? Госпрограмма наша, республиканская, вы правильно сказали, в мае месяце была утверждена федеральная государственная программа, а совсем недавно, в начале декабря, была утверждена наша государственная программа комплексного развития сельских территорий. Она пришла на смену программе «Устойчивое развитие сельских территорий». И программа устойчивого развития сельских территорий, и программа комплексного развития сельских территорий направлена, естественно, в первую очередь на то, чтобы улучшить жилищные условия и решить социальные вопросы, которые на сегодняшний день накопились в сельской местности. Так. И если мы возьмем крупными блоками, да, что содержится в этой программе, то в первую очередь это... Первое крупное направление – это улучшение жилищных условий граждан. То есть это предоставление гражданам, проживающим в сельской местности, субсидий на строительство либо на приобретение жилья. Это одно направление по улучшению жилищных условий. Второе направление – это строительство для граждан, проживающих в сельской местности, жилья в найм. Это то, на что недавно было выделено больше 100 миллионов? Нет. Больше в этом году 165 миллионов было выделено на первое направление, на предоставление субсидий на строительство либо приобретение жилья. А вот второе направление, о котором я говорю, на будущий год выделено 109 миллионов. Это республиканский бюджет плюс федеральный бюджет. Это новое направление, его в старой программе нет. И в рамках вот этого направления, этих мероприятий, будет строиться жилье в сельской местности, которое в найм будет предоставляться работникам, жителям, которые являются работником либо агропромышленного комплекса, либо социальной сферы. Следующим крупным направлением является развитие инженерной инфраструктуры. Проще говоря, это строительство газопроводов, значит, водопроводов в сельской местности. Далее это развитие социальной инфраструктуры, это строительство или капитальный ремонт школ, больниц, то есть объектов здравоохранения, образования и культуры. И четвертое направление, это направление называется благоустройство сельских территорий. Это проекты по, ну они небольшие, не такие крупные, как предыдущие. Ну, это проекты, в рамках которого можно будет строить тротуары, пешеходные площадки, заменять освещение в населенных пунктах, парки, скверы и даже памятники культуры тоже охранять, ремонтировать и так далее. А на каком этапе сейчас программа? Ну, программа принята. Сейчас министерство... Вот в данный момент мы подписываем соглашение, правительство республики подписывает соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на предоставление финансовых средств, субсидий. Общий объем средств на будущий год вот в рамках этой программы будет составлять 756 миллионов рублей. На ваш взгляд, этого достаточно? Это, на мой взгляд, я думаю, это, конечно, интересно, но это очень большие деньги. Такие деньги в рамках программы, предыдущей программы устойчивого развития сельских территорий никогда не вкладывались. Самые крупные вложения вот по этой программе были в этом году. 165 миллионов вложили только на предоставление субсидий вот гражданам на приобретение жилья. А 759 миллионов – это, конечно, очень солидная, очень большая сумма. И я думаю, что мы совершенно честно должны сказать, что все эти
вопросы и порешал в Министерстве сельского хозяйства наш министр Вазиев Казбек Тотразович. Это благодаря ему вот эти проблемы, вот эти вопросы были решены, и такой объем средств республика на будущий год получит. Но я так понимаю, что основной задачей является, если вот простым человеческим языком, да, это удержать население на сельской территории, в селах, да, в селах. Как вы считаете, вот это поможет, да? То есть я вот понимаю, что это будет благоустроенное жилье, да, будут коммуникации подведены, будут дороги. Но, наверное, основной момент – это все-таки рабочие места, да, как-то инфраструктуру такую развивать. Да, вы правы. Можно, конечно, социальные вопросы вот в этом плане решить, да, и жильем обеспечить, и амбулатории построить, и фельдшерские пункты, и дом культуры построить. Но если у человека, естественно, не будет работы, если у него не будет места работы, где он может заработать и свое, чем будет кормить свою семью, то, естественно, его никто в сельской местности не удержит. Но эта проблема в рамках уже не программы комплексного развития сельских территорий, но она решается в рамках других программ. У нас есть программы по развитию малых форм хозяйствования, в рамках которых мы предоставляем гранты. И в этом году на развитие малых форм хозяйствования Министерством сельского хозяйства было предоставлено 374 миллиона в виде грантов вновь создаваемым предприятиям сельской местности, которые, естественно, должны создавать рабочие места в соответствии с, значит, программой и развивать свое производство. Это очень тоже серьезные, очень солидные деньги, которые в сельское хозяйство, в сельскую местность попали в этом году бюджетные. Ага, а каким районам вот приоритетное внимание уделяется? Ну, мы не можем сказать, что мы какому-то из районов особое приоритетное внимание уделяем. Естественно, есть установка главы республики, чтобы по возможности приоритетное внимание уделять Моздокскому району, потому что это наиболее отдаленный как бы от, ну, центра. Если можно так, да, если можно так сказать, от материковой Осетии, да. Вот, и в Моздокском районе вот мы в этом году выдали грант 26 миллионов рублей на развитие кооперации, и на территории Моздокского района в течение будущего года будет строиться перерабатывающее предприятие по переработке молока. 26, почти 27 миллионов рублей. И гранты тоже были предоставлены представителям Моздокского района. И другое, как бы приоритетное направление, это развитие малых форм на территории наших гор, то есть наших горных ущельях. И вот в прошлом году мы тоже выделили грант на создание перерабатывающего предприятия в Алагирском районе. И в этом году это предприятие начали строить. Тоже предприятие, которое будет заниматься переработкой продукции животноводства. Вот приоритеты территориально вот как бы вот такие. То есть горные территории плюс Моздокский район. А вот для меня в приоритете высокогорные села. Я, наверное, романтик, и вот мне хочется, чтобы и там жизнь как-то возродилась. Это возможно? Они включены в программу? Да, да. Я же вот сказал о том, что одним из приоритетов территориально является это развитие горных территорий. И если вот эти наши программы по развитию малых форм хозяйствования взять, то когда конкурсная комиссия заседает и происходит отбор проектов, бизнес-проектов, которые представляются, то те проекты, которые на территории горных сел развиваются, им отдается приоритет, им выставляется большее количество баллов, поэтому они в приоритете, они выигрывают. И вот эта программа комплексного развития сельских территорий, она тоже не возбраняется совершенно, наоборот, на территории наших населенных пунктов, которые находятся в горной части, можно вот эти и инженерную инфраструктуру развивать, и социальную инфраструктуру развивать. Лишь бы было финансирование. Да, достаточно. Вот буквально на одном из недавних заседаний проектного офиса глава республики дал поручение, значит, в селении Горный Корца в рамках вот этой программы комплексного развития сельских территорий построить 7 коттеджей. Вот то, что называется строительство жилья по найму,
вот там вот построить коттеджи, 7 коттеджей, уже есть товарищи, которые готовы туда переехать жить, и уже которые там работают, занимаются животноводством, которым мы выдали в прошлом году грант, и они занимаются там развитием мясного животноводства, и вот теперь вот в дальнейшем, чтобы закрепить этот успех, как бы говоря, мы будем строить там в будущем году жилье. Мне просто интересно, хочется представить эти коттеджи, эти дома, что они из себя представляют? Что ну, это за архитектурное решение? Это будет дом, это не многоэтажное строительство, это не многоквартирные дома, это на одну семью один дом, в зависимости от того, сколько членов семьи. На одного члена семьи 18 квадратных метров предполагается. Если один, если семья состоит из одного человека, то это 33 квадратных метра дом. Если семья состоит из двух человек, то это 42 квадратных метра. А если семья состоит из трех и более человек, то уже из расчета на каждого члена семьи по 18 квадратных метров. Вот в настоящее время министерство сейчас занимается как раз-таки разработкой проектов этих домов. Вот. И мы очень активно работаем с администрациями местного самоуправления районов, которые должны предоставить земельные участки для строительства вот этих вот коттеджей, этих домов. Ну, дай бог. Спасибо вам большое, и я желаю вам достижения конечной цели. Это развитой, благоустроенной республики. И вам, и нам всем. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Ну что ж, моя вечерняя смена подошла к концу. И помните, я говорила, что вечер будет полезным. И вот что я хочу себе, в том числе, и вам сказать, что начать новую жизнь никогда не поздно, и вся Вселенная будет помогать вам, и Министерство сельского хозяйства в том числе, в достижении поставленных целей. И совсем не важно, где вы живете, в высокогорном селе или на главной улице города, миллионника, чувствовать себя счастливым можно в любой точке мира. Главный мир внутри вас и, конечно же, вокруг, чего я вам и желаю, и всего доброго.